Вот как можно вот так поступить с собакой этой, которая лежит вон со связанными лапами, задними и передними, связана жгутом пластиковым. Ну это жесть, это просто жесть. Пасха, у людей Пасха, они просто вывезли собаку и выкинули сюда. Наша гуляшка прекращается. Будем сейчас собаку спасать. Вот, сегодня супер классный день, Пасха. Пошли гулять нашими собаками. А нашли вот это. Тут вот гоняют. А нашли вот такого малыша связанного. Посмотрите как. Жесть, просто жесть. Пасха, блин, называется. Я только вчера здесь гуляла, здесь не было собак, никого не было. Вот как вообще можно... Друзья, сегодня Пасха. Вот как она проходит. Нашли щеночка. Это пущеводица Горенка. Связанные передние и задние лапы. Покажу вот таким вот образом. Ребенок маленький. Очень прошу обратить свое внимание, если кто-то видел эту собаку или знает, мы очень просим дать хоть какую-то информацию и нам помочь в том, чтобы в дальнейшем как-то ее пристраивать и что-то дальше делать с ребенком. Обратите, пожалуйста, внимание.